конечно, любые мероприятия такого формата, основная ценность здесь – это нетворкинг. Но помимо всего прочего, конечно, мы ходим и общаемся с людьми для того, чтобы каким-то образом наполниться какими-то новыми идеями, получить другой опыт, узнать о нем. Где-то мы хотим избежать каких-то факапов на основе чужих ошибок. Ну и основное – это знание и развитие.